Мне всегда казалось, что Путин завидовал Навальному. Вот он смотрел на этого высокого, красивого, голубоглазого парня, который научился фантастически выступать, у которого была красавица жена, замечательные дети. И вот Навальный был все то, чего Путин не был и чего у него не было. Вот это семейное счастье. Они же не скрывали, что они любят друг друга, что между ними какая-то фантастическая химия, что им вместе вдвоем очень хорошо. Это же скрыть нельзя. И при этом этот человек, который, очевидно, совершенно, так сказать, покупает женщин деньгами и властью. То даже та женщина, которая родила ему детей, не захотела с ним жить. Это же невероятная вещь, когда диктатор разводится с женой. Человек, который должен скрывать женщину, от которой у него другие дети, Кабаеву.